для объемного цветка нужно сделать таких слоев 5-6, чтобы он был объемный, кругленький, разного диаметра, и уже потом мы, вот эта нижняя часть, мы потом их накладываем друг на дружку, собираем, скрепляем ниточкой, пришиваем застежку, декорируем бусинками, и получается вот такой цветок. Цветы из шерсти – это первые шаги Надежды Ахаевой в технике валяния. Сколько всего пионов, роз и маков за это время ею было создано, она уже затрудняется подсчитать. Сегодня в ее коллекции вяленые из шерсти шапки, сумки, шарфы и даже палантины. У каждой вещи свой характер и свой неповторимый рисунок. Есть даже фантастические сумки-фрукты. Допустим, сделать сумочку необычной, как-нибудь в форме какого-нибудь фрукта. Почему бы и нет? Поэтому он и декорируется, соответственно, допустим, применяются необычные эффекты валяния, вот, например, двойное валяние. Свои готовые изделия Надежда обычно раздаривает родственникам и знакомым. На создание одной такой вещи мастерица тратит от нескольких часов до нескольких дней. Предпочитает работать в технике мокрого валяния. Сейчас экспериментирует на создание больших цельнокройных изделий из шерсти. Самая сложная вещь — это цельнокроенные изделия, уже покрупнее. Вот такие вот без швов, шапочки, различные вот такие чехольчики, потому что для них нужна заготовка, которая делается сразу с двух сторон. Шерсть принимает любую форму, которую ты ей сразу придаешь. Натягивается, допустим, тоже на заготовку или манекен, и она в этом состоянии уже высыхает. Из шерсти Надежда создает не только головные уборы и аксессуары, но и фантастические пейзажи. В будущем рукодельница даже планирует создать собственную коллекцию одежды и обуви. Вот только признается, времени на это у нее пока катастрофически не хватает. Ведь кроме основной работы она еще и много рисует, занимается росписью помещений и даже пишет иконы. И так сложилось, что я встретилась с батюшкой города Актаса. Он мне предложил написать иконы. Попробовала написать свою первую икону «Богородица Скоропослушница» как пробный вариант. Ну, получила одобрение. Надежда признается, всю свою жизнь она находится в творческом поиске. Валяние – это тот вид искусства, который ей ближе всего. И хотя мастером по валянию назвать себя она пока не может, но уже пытается обучать этому искусству других. Анна Калинина, Дмитрий Поленов, новости Темиртау.